В Твери продолжается масштабная кампания по ремонту дорог и тротуаров. В частности, большой объем работ запланирован на всем протяжении Новоторжской улицы. Темпы и качество контролируют специалисты Департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта города администрации, депутаты, а также представители общественности. В центре Твери идут активные дорожные работы. На улице Новоторжской в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в порядок будет приведено 7200 квадратных метров тротуаров. Их выкладывают брусчаткой. В этом году в центральном районе тоже беспрецедентное количество ремонтируемых тротуаров. Набережная Степана Разина, Серебряная, Новоторжская, на которой мы сейчас находимся, и где производится замена тротуара на брусчатку с расширением тротуарного пространства и запланированные парковочные места, Театральная площадь и так далее. Помимо тротуаров на улице Новоторжская сейчас ведется ремонт проезжей части. На участке в районе Тверской площади работает тяжелая техника. Здесь начались работы по укладке выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия. В настоящее время выполнены работы по фрезерованию проезжей части. Более 70% бортового камня заменено. И на 40% площади покрытия заменено уже, само покрытие отремонтировано. На улице Ивана Седых этим летом также выполнены брусчаткой тротуары. Там, где они находятся на одном уровне с проезжей частью, установлено ограждение. Отремонтировано асфальтобетонное покрытие проезжей части в районе парковочных карманов. Студентов здесь много, преподавательский состав тоже сюда приезжает на работу. И поэтому все просили отремонтировать эту улицу. Наконец это случилось. Сделали очень надежно, хорошо, хороший положен асфальт и хорошая плитка. И самое главное, здесь тактильная плитка еще положена. Все сделано в соответствии с требованиями ГОСТа. Приемка объекта с участием специалистов различных ведомств пройдет после того, как станут известны результаты исследования проб асфальтобетонного покрытия.